лево, справа. Так? Ну да, поднимай коленку. А, поднимай коленку, помнишь? Покажи детскую. Ну когда мы одноименную руку ногу. Вторую ногу поднимай, как бы. Ну, посмотри, посмотри, да. Нет. Вот смотри, вот как раз вот, чтобы поймать какое действие для этого, для равновесия, для одной, как сказать, координации руки и ноги. Чтобы она не шла. Вот на самом деле, вот классическое, классное упражнение. До свидания. Не мое. Лично, да, вот отработка. Когда-то что-то подобное все отрабатывают, да, но именно вот это действие, это вот. Сборная, женская сборная России, вот главный тренер сборной России, на самом деле, ну, женщины разные, девчонки приходят, ну реально, и рука вперед, и нога опаздывает. И вот это вот базовое действие как раз, оно помогает, что скоординировать ногу и руку, понял? Смотри, звук. Вот оно еще хитрое, в чем заключается, смотри. Вот это упражнение, его можно сделать быстрее, но не медленнее, посмотри на меня. Я могу его быстро сделать, но не медленнее. Почему? Потому что медленность будет заканчиваться, да, смотри. Нет, я на одной ноге могу стоять долго, если я перенесу весь тело вот на ногу, видишь? Вот так перенесу весь тело и буду стоять на ней. Но я отрываю ногу, не перенося весь тело, и вкручивая плечико, у меня инерция, масса падает, я ловлю инерцию, и что я делаю? Видишь, нога падает, масса на ней находится. Смотри. Ну, не полный стоп? Можно и не полный, можно полный. Mm-hmm. Да, но вот, чтобы базово отработать попроще, смотри, можно вот так сделать. Раз, 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 два. Выпрямляются ноги. И если я здесь, видишь, плечо включил, я уже масса, оказывается, когда ты плечо вкручиваешь, у тебя заземляется, и масса переходит вниз посередине тебя. То есть как бы вниз идет, заземление такое. Ты поэтому медленнее я не могу сделать. Я не могу заметить притяжение, гравитацию, да, падает мне, да, свободное тело. Ну, попробую сейчас вот сделать именно, посмотри, поднимая колени, но вставая, ногу выпрямляю. Вот даже звук послушай какой сначала идет. Что ты услышал? Нога и мешок, да. Раз, 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 два. Встал. Вот это вот. Попробуй. Одни-то. Оно применимо практически. Смотри, чтобы ты не посмотри на меня. Смотри, даже вот, вот, вот эти ножки вот подо мной работают. Да. Вот он ты. Оп. Да. На полной стопе, на носках. Как угодно. Но нога, видишь? Нога идет туда. Не рука полезла, самое главное. Попробуй. Поднимай вот коленку, становись на левую ножку, пошел. А вторую ногу отрывай, оп. Во. И отрывай ноги, раз, оп. И правый удар где? Пошел, смотри. Раз, 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 два. Как бы акцент на правую. Давай. Во. Ну давай, давай. Потом ускорение, раз. Во, встать надо, видишь? Так. Быстрее, раз. Раз, раз. Ты левой три удара. Смотри. Легко, как бы. Раз, 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 два. Давай, самую я считаю. Раз, 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 два. Во. Только плечики тут скручиваешь. Да, вот переваливаешься плечами, да. Свободнее, сжал кулачки. Давай, пошел, вставай, колено. Раз, 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 два. Ну, да, давай. Левой. Левый, правый. Вот, вставать ногу, выпрямляй ногу. Раз, 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 два. Во, Вова, не торопись руку, перевернуться. Поднимись выше, посвободнее стой. Стой попрямее, до свидания. Стой попрямее, а то начинаешь клониться. Давай, нога. Раз. Встать на ногу. Давай, побыстрее. Раз, раз. Во. Вот справа уже интереснее. Раз. Левый кулак ставь. Во, сейчас справа. Видишь, левая рука не уходит. Молодец. Время пойдет. Вот этот момент будешь наработать, даже вот на месте, вот перед зеркалом ты встал. Там. Ногами. Там. И потом вот пошел. Вот уже понимаешь, ножки под тобой ходят.
Ты уже нога. Не выпрямляй, выпрямляй. Это максимально, что ты можешь сделать. Вот он выбросил. А тут да-да-да-да-да-да. Пробил. Во. Ногами. Ты догоняешь ногами. Руки за ногами всегда успеют. Руки за ногами успеют. Ты догоняешь ногами. А ноги за руками нет. Да. Во, во. Вот, перевернись плечко, да. Во. Да, это все то же самое, локоток. Молодец, пойдет. Все. Спасибо.